Совет ректоров вузов Приволжского федерального округа прошел на площадке первого Всероссийского форума высшего образования и науки «Вектор самарской науки». Его центральной темой стала работа с одаренными детьми и молодежью. Сегодня мы имеем два указа президента о сохранении духовно-нравственных начал нашего народа и патриотическом воспитании. Началось чтение нового курса «Основы российской государственности для первокурсников во всей стране». Совет ректоров вузов Самарской области в этом году отмечает юбилей – 50 лет со дня создания. Его председатель Геннадий Котельников рассказал коллегам о некоторых вехах его истории и сотрудничестве с областными властями. Каждый год мы получаем премии и гранты, это здорово. Это лишний раз подчеркивает четкое понимание региональной власти того, что без науки ни регион, ни страна жить не могут. Мы будем рады обменяться опытом и взять на вооружение все лучшее, что существует в этой сфере. Мы всегда с благодарностью берем лучший опыт других регионов, других стран, которые нам предлагаются к рассмотрению, и внедряем здесь, на Самарской земле. Поддержка талантливых детей и молодежи – приоритет для исполнительной и законодательной ветвей власти. Депутаты областного парламента регулярно вносят поправки в закон об областном бюджете, благодаря которым увеличивается в том числе и финансирование отрасли образования. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.